Всем привет! Всех с пятницей! Солнышко вышло, и прям хочется уже как-то вот больше на улицу выходить. О, Калина наша, которую мы пересадили. Ну ничего, оживет. Листочки зеленые, листочки, то есть, все скрюченные. А вот веточки зеленые, поэтому все живет. Кузь, ты кого-то учуял, по-моему, да, Кузенька? Что-то там такое, кого ты там учуял? Ну, кого ты мог там учуять, зай? Кого ты там увидел? Даже не смей! Если кошка, Кузя, только не кошку! Кошек не трогаем! Кузьке 7 лет. Я так на него смотрю, у него уже усы белеть начинают. То у него сбоку усики белели, а сейчас под носом усы белые. Но носится прям, я не знаю. Как, я не знаю, кто. Фиг его догонишь. Если цель, то прям вот несется. Да. Кого-то увидел. У нас тут просто миграция кошек по нашей улице. И они как-то привыкли, что вот эта вот маленькая лохматая баскервилька сидит дома днем. И они спокойно передвигаются. Да. А тут Кузьма Иринович. Ага. Да. Кузя, одышка у тебя, да, да. Куришь. Ага. Куришь, наверное, много, завязывать пора. Да. Слушайте, а мне интересно, а как вы своих лохматых питомцев называете? Вот у Кузьки очень много дополнительных имен. Кузьма Иринович, Баскервилька, это вы уже знаете. Потом я его еще... Кузь, как я тебя еще называю? Зайчонок. Медвежонок. Да. Еще как я называю его? Иногда называю даже Титька Тараканья. Ну, так вот иногда называю. Да. А еще Зайченко. Куземчик. Козьмулька. Ну, напишите, как вы своих питомцев называете. Мне прям, ну, очень интересно. Ну вот. Всех с пятницы, ребята. Всем мира, добра и любви. А пока-пока.